официальный матч за, в этом сезоне за СКА Санкт-Петербург. Да, ну ты правильно поправляешь себя, что в этом сезоне, потому что, ну, естественно, Павел начать говорить, что он вернулся, да? Да, да. Ну и был у него один матч в прошлом сезоне. За СКА. Так, Стрёмболь направо, ух ты! И, по-моему, коснулся шайбы Эдвард Паскуале. Блинок. А бросовал ты не в касание. Два самых интересных, самых таких стабильных вратарей. И Сафонов, если посмотреть, то с Динамо, с Сочи и с Югертом в три матча играл Сафонов. Потом Хелберг с Минском проиграл ту игру в овертайме.